Сейчас хочу пересадить вот тот серый улей в такой вот коричневый. И там вот у меня еще вот основные семьи у меня. Вот здесь так вот они тоже стоят. Вот. Подкрышниками не пользуюсь, ставлю вот такие вот магазины. И здесь подушка. Вот там пчелки. Я сократил до 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рамочек им оставил. Так, ну вот. Пойдем пересаживать. Там вот один у меня улей пришлось отставить. Нападали на него. Разворовали. Ну, хоть матку оставили, не убили ее. Вот я в сторонку его отнес. Ну, вроде ничего. Так, ну что, пересаживаем. Сейчас я вот этот улей отставлю в сторонку. На его место этот поставлю. Пересадим сюда. Ну что, приступаем. Вот и маточка ходит с белой меточкой. Корма, конечно, маловато что-то у них. Будем подкармливать. Наверное, придется еще даже сократить немножко. Может еще убрать одну рамочку. Ну вот так вот получилось тут на шести рамках. Еще вот под кормочку им положил. Так, все, сейчас закрываем. И на этом пересадка закончена. Так, ну вот и все. Сейчас остальным дам подкормку. И все, всем пока.